Всем привет! Давно не было таких выпусков. Фимка, скажи привет. Привет. Сегодня мы решили с ним съездить с ночевой на рыбалку. Далеко-далеко в вершину. Ну как далеко? С нами моторчик, Тимонька, куча жвачки, снасти и камера. Ну и в общем, смотрите, что из этого вышло. Надеюсь, со звуком не будет беды, а то я уже снял одну версию и звука не было. Ну что, пошли? Давай. Сейчас, садись. Сейчас будем отплывать. Готов, Фимка? На улице чудесная погода. Плюс 22, плюс 23. Ветер. Воду сейчас, не знаю, посмотрим, сколько градусов. Так, сразу же открыть краник. О, ветер какой сегодня сильный, Фимка, да? Так, опа, вспомнил. Про ключ, ключик. Ключ-бирка. Так, все, вставили. Все. Сейчас прогреется. Белки дома поел и сразу вырубился. Вышли под ветреную сторону, едем вдоль берега. Знакомые, точнее сказать, один из них. Не знаю, как его зовут, но каждый год весной по льду мы с ним здесь встречаемся наверху пруда. Каждый раз, о, привет, привет. Все. Первый раз я его видел трезвым. Ну, не факт, что он трезвый. Обычно я его здесь вижу всегда в дугу. Главное, зараза и запоминает меня. Фимка! Едим! Давай! Мы приехали! Ну-ка посмотри на меня! Ха-ха-ха! Выспался! Все, мы с тобой приехали на рыбалку! Все, начинаем рыбачить!
Так, ладно, где у нас твои маленькие экранчики? Мы с тобой не взяли маленькие экранчики? Как мы не взяли с тобой маленькие экранчики? А, вот они, маленькие экранчики. Как ты поспал? Ты не замерз? Папа, ты видел? Чего? С Аленкой тут были? Mm-hmm. Да, конечно. Помнишь, что ли? Mm-hmm. Так, экраны на животку. Так, давай палку. Задача номер два – выставить крюки. Задача номер три – выставить экраны. Ой, да, большие. Задача номер четыре. Нам с тобой колышки на утро. Завтра нас тоже ждут приключения. Теперь пойдем-ка половим рыбешку с тобой. Опа, поклевка. Опа, ха, красный перик, Фима. Давай червяка одного, давай червяков всех. Давай всех червяков, а я тебе красноперика дам. Давай. Давай мне, Фимка, не надо, не закрывай зубами. Давай. На, держи красноперика. И давай его туда, в ведро. Не-не-не, пока не надо, я тебе скажу, когда ее надо будет. Пока иди в ведро его выброси, красноперика. Нет, есть и хочет клевать, сразу клюет. Но хитрая на вытянутой только удочке. То есть 4 метра, ну, 8 метрах, в общем, от меня находится. Сейчас поплавок, и вот только так она клюет. Ближе не подпускает. Красноперка. Хитрая рыба. Интересно, появилась красноперка в пруду и выдавила. О-о-о, смотри, там, блин, поклевка была. И выдавила сорогу и шиклюю все. Вдоль берега. А, видимо, мелочи совсем клевала. И он даже до жала добрались. Опа, Фима! Красноперик! Что-то крупноват красноперик. Ну ладно, не суть. На, держи. Давай аккуратно только с ним. А я думаю, что за шум такой? Мотор, на моторчике мужики едут. Фимка, не трогай весло. Опа! Держишь, нет? Красноперика.
Давай лови его, скорей. Поймал. Молодец. Всем привет. Все. На канале мы поймали рыб. И мы взяли с собой пикель и вот такие удочки, которые еще можете. И еще пикель взяли, чтобы ловить. И вот рыбы наши. Кто-то вытянул хвост. Ну да. А вот эта коробочка воздуха. А вот весла. Вот две весла. А вот руль. Вот удочка. Вот папа. Вот и то лукса. Дай я поправлю камеру. А? Дай камеру, дай поправлю. Угу. Вот, папа поправил камеру. Это море. А это деревья. А это наша лодка. Вот мой тортик тонный маленький. А вот лодочка поищает. Как обычно. Да. Как обычно. Лодочка. А вот палаточка лежитка. А вот спальня лежит у нас. А вот лежит пакет, и там лежит хлеб. Я хочу, кстати, хлеб. Моментально в клюзер выводят. И в клюзере. Вон. Видишь, рыба попалась? Выпасть может, кран мелкий, но зимний. Так, подожди, отходи, так, отходи, пока не грохнулся. О, блин, ребята! Все рыбы нам попались, да, что мы там паримся, короче. Сейчас мы этих... Аккуратненько. Это ёршики маленькие попались. Это не ёршики, Ефим, это окуньки. Это окуньки маленькие попались. Да уж, так. Сорога есть. Надо заводить. Так. Дядя, тебе кружку надо, что ли? По-моему, здесь она. Ага, вот она. Водичка чистая, чистая. Только что с Ефимом поели печеньки, передохнули, поставили один крюк, проверили еще несколько экранов. Два экрана. В одном было два окунька маленьких, а в другом я говорю, давай, Ефим, тяни сам. Он тянет, такой говорит, там что-то тяжелое. Я думаю, господи, достаем и там щуренок, короче, ребята. Вот. Вот он, молодой щуренок. Но ничего, пойдет.
Пойдет, пойдет. Так, тебе понравился? Ну-ка расскажи, что ты думаешь по поводу черенка. Ну, говори. Мы вытащили его. Сюда говори, в камеру. Смотри сюда, в дырку говори. Сюда. Вот, Фимка, квас пьешь? Поставили там 4 крюка. Здесь вот еще 4 сейчас поставим. Так, писать будем после того, как выставим крюки, понял? А то тут устроил мне тут засяную команду. Понимаете ли? Так. Оп. Опа. Ну что, мы поставили сейчас Фимкой крюки. Поставили крюки, да? Сколько мы 9 штук поставили? Сейчас еще осталось ровно столько же. Поставим их, наверное, по той стороне. Сейчас щуку он хочет уже доставать, говорит, и съем, говорит, ее вечером. Вот. И потом выставим экраны 30-ки. У нас их тоже, я не знаю, штук, наверное, 15. Там поближе к озеру. И будем уже к дому. Ну, не к дому, а к лагерю ближе организовываться. Потому что время 5. Пока мы тудым-сюдым, будет 7. А 8 уже темно. Все, времени нет. Записываться буду, наверное, только на берегу уже. Ну, все. И ничего, в принципе, интересного нет. Выставка крюков. Скучное дело. Выставка экранов. Вот завтра будем проверять. Будет интересно. Итак, я это, мы вставляли там крюки, я понял, что животки не хватает, еще 2 штучек надо. И пока я тут думал, носу ковырялся, я услышал, как что-то плещется. Ой, там походу щука сидит, ребята, и у нас уже поклевка. Так, Фима, давай будешь тянуть, нет? Да, да, да. О, смотрите, смотрите, ха-ха, сидит. Так, иди сюда. Я слышал, что-то плеснулось, думаю, так в наших же краях, думаю. Так, иди сюда. Так, иди сюда, вот сюда, Фима. Давай, быстро, быстро, быстро. Так, а пока. На, тяни. Только аккуратно. Так, тянется, нет? А, вот она ушла, блин. Ёшки-матрёшки, я видел эту щуренка. Ушел. Ушел щуренок. Ё-моё. Лёня Голубков. Так. У нас была там поклевка. Я решил... Ну, О, Ефим, встань. Это пикер сломаем. О, дай, дай. Я подумал, что надо съездить проверить еще крюки. Ну, там, где... Была поклевка, перезарядили. Поехал в первое место, где мы ставили. Вот две поклевки. Там вот на первом крюке здесь. У меня животка всего лишь одна. Ну ладно, сейчас попробуем. Может, дохлую поставлю. Так, вот она поклевка. Ха! Нету, я сразу говорю. Вижу, вон она обмотала, зараза. И вон. И ушла. Ёшки-матрёшки. Она. А, вон она. Нет, вот она. Так, Фимка, держи веревку. Держи веревку. Сейчас будем ее оттуда выколупывать. Так. Сейчас веревку. А, подожди-ка.
Так. Фимка, давай, тащи, где-то тут щука должна быть. Давай. Опа-на! Опа-на, щучка попалась. Бестолковая. Попалась-таки. Стоять, Зорька. О, не знаю, что делать. Две щучки мои! Папа, а? Две щучки мои, а две щучки мои! Папа, а щучки две мои! Мои, опа. Мои, вот. Мои! Твои? Мои. Да. Довольный? Да. Оу. Оу. Крепко зашло ей. Как? Как она могла? Ну что, укусилась, что ли? Да. Что с ней делать-то будем? А куда укусила? Тебе щучка. Ой, ну какой тебе? Оу, сломали один двойник. Так, иди-ка сюда, родная. Сейчас я попой подъеду сразу же, для удобства дела. Пусто. Пожевала? О, как разжевала хорошо. И выплюнула. Так, ну что, вот и все. Вот мы и приехали. Средство от комаров. Все, пока здесь. Пошли. Сейчас. Средство от комаров. Сейчас мы с тобой разведем костер для начала. А? Фимка, скажи, что комары? Зайца. Задолбали? Забалдали. Забалдали. Вот так вот. Комары забалдали, но не сильно. Так, расправляем палатку. Один спальник на низ. Итак, господа, мы сейчас с Ефимом варим королевский бич и ложимся спать. И будем рано завтра утром вставать. И ловить кого? Лещей. Лещей, да. Лещей. Колышки забили уже, все приготовили. Но я еще сейчас один повыше колышек срублю, по-моему, потому что не хватает мне расстояния. Ну что ж, вот мы с Фимкой поужинали, срубили палку, пожгли костер из палки удовлетворялки.
И все. И ложимся баю-бай, да, Эфил? Все. Завтра будет утро. Рыбачить. И будем рыбачить. Сначала что мы будем? Кормить, а потом их рыбачить будем. Ну все, давайте. Баю-бай.